И всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем Оксимирон, фит Брута, «Прекрасное далеко». Интересное название, которое, естественно, отсылает нас на песню, да, я так понимаю, вроде на детскую песенку. Угу. Оксимирон, сразу предупреждаю, я никакой не Окси-эксперт и не претендую на это звание, я просто человек, любящий музыку, который делает реакции, поэтому если вы хотите какого-то декодинга и разбора, то это не сюда. Здесь мы просто послушаем музыку и сделаем свой вердикт, нравится, не нравится. Если вы хотите декодинг, это не ко мне, это не то. Все, это такой мини-дисклеймер. Ну, а те, кто остался, мы с вами сейчас послушаем, очень интересно, потому что, ну, кто бы что ни говорил, Брута прикольный чел, на самом деле. Из фильма «Гости из будущего». Спасибо, Макдория. Да, прямо сейчас я нахожусь на Твиче, ссылочка в описании на стриме. Мне ребята могут подсказывать. Это очень круто. И мы вместе с ребятами слушаем треки постоянно. Так что присоединяйтесь, ссылка в описании. Да, прямо сейчас будем слушать Брута. Кто бы что ни говорил, прикольный тип. Мне нравится. То есть, когда он фитует, я помню, с Будой у него был фит, с Салуки. То есть, когда он на фитах, вот он реально крутой. Реально, мне нравится. Хотя он, по сути, ну, бумер, да? Оксимирон... Тоже не молодой уже, так что, считайте, два старичка залетели на биток, но, надеюсь, это будет круто. Тут, кстати, даже очень, блядь, хуёво оформлен текст и аннотации, ну ладно, надеюсь, нам это особо не помешает. «Прекрасно далеко» совместно трек Оксимирона, участника группы «Каспийский груз Брутто», выпущенным 5-м серии предокситуровых треков. Сам трек пропитан отсылками на советские года, само название «Прекрасно далеко» отсылает одноименную песню композитора Евгения Крылатова для кинофильма «Гости из будущего» 1985 года. В своем телеграм-канале Оксимирон за 6 часов до релиза предложил угадать любому желающему, с кем будет фит. Победителю достались 4 билета на любой будущий концерт Оксимирона. Победителем стал Игорь Удовиков. Прикольно. Хороший перформанс. Круто. Я не знаю, что это такое, но Оксимирона в моем комьюнити не совсем любят, естественно. Но мне он нравится. Прикольный чел. Не сказать, что постоянно слушаю его треки, но из тех, что слушаю, реально крутые. Серьезно. Базару прям Джексон. Погнали! Не знаю, что еще добавить. У меня разве что еще Телеграм есть. Ссылочка в описании. Там все самые важные новости. Подписывайтесь. Ну а мы начинаем. Что же это такое? Красивое интро. Запада до юга в стуках. Неплохо начал. В лабиринтах, блуках, в сутах. Цыганю болевого порога. Бродим в поисках прекрасного далека. Запада до юга в стуках. В лабиринтах, блуках, в сутах. Цыганю болевого порога. Бродим в поисках прекрасного далека. Может, в яму ложусь. Мир то ли ягодный морс, то ли жалобный блюз. Воздушный свадебный вальс. Учащается пульс. Абсурдный траурный джаз. Опускается груз. При старческой болезни пиздюком курю в подъезде. Лежу в режиме бога, на свою судьбу в разрезе. Васильевская стрелка на недремлющем бригете. Вожу себя в музее, тащу свой труп в пакете. Мы лаем сласть на караван. Неплохо. На мне весь это харам. Время вспять на мусаты секундантом. Пьявит господа, вращайте барабан. Запада до юга. Ёбнутый припев. Куплять не знаю. В лабиринтах, луках, в судах. Цыганю болевого порога. Бродим в поисках прекрасного далека. Запада до юга в стуках. В лабиринтах, луках, в судах. Строгом во строгах, нихуя прекрасного, хоть и далеко. Опер думал о высоком, он думал про пост. Барыга думал о высоком, он думал про спрос. А я думал про свой возраст до жития. Пока ехал на самокате по Москву сиди я. Житие, бытие твое, ауе. Но ты бы там пожил, побыл, охуел. За нас решают и нарушают наши права. Или мы нарушаем, и они просят наши права. Уезжает рэп-интеллигенция. Влади теперь знает, что им делать в Греции. Нет зависти, что у соседа трава зеленее. Ведь тогда соседа примут быстрее. А я тащу свой труп в пакете мимо мавзолея. Север
вернее нас только Корея. Одним детям нужны мстители и Hello Kitty. Другим детям нужна услуга трезвый родитель. А я бухаю и пишу будто Хаям. Если на мне твоя мразь, это харам. Запада до юга востока. Бля, ёбнутый припев, куплеты не знаю. Не нравятся куплеты. В поисках прекрасного далёка. Запада до юга востока. В лабиринтах, в луках, в сотах. Цыгане болевого порога. Бродим в поисках прекрасного далёка. Блин. Обидно, мне ничего не нравится, кроме припева. Припев ёбнутый. Куплеты нет. Куплеты какие-то однотипные. Что Миран сделал, одно как-то и то же, хз, такое. Вот это такая, какая-то такая тема. Брутто очень однотипно сделал. Не знаю, не нравится. Бля, прям, ну чисто из-за припева добавлять не вижу смысла, потому что припев хоть и охуенный, но не прям бау, что прям тащит весь трек за собой. Нет. Мне не понравилось. Обидно. Давайте почитаем, что тут есть вообще. Наверное, говорит о стрелке Васильевского острова мыси на... Так. Понял. Угу. Револьвер еще. Ебать, прикольно, кстати. Даже не понял, что тут двойной смысл. Отсылка, окей. Угу. Разве? Разве? Я не думаю, что это отсылка на скале Милана. Ладно, по тексту, что касается по тексту, ну, есть прикольные строчки, но как будто вот у Мирона есть посильнее. У Мирона есть посильнее. В общем, не впечатлил трек, не впечатлил. Будем ждать нового материала от Оксимирона. Да, буду ждать. Все треки, которые выпускал, первый класс, я знаю, что делал прошлым летом, и Лига опасного интернета, все прям на голову сильнее этого. Я считаю. Припев здесь ёбнутый, но все. Да. Больше ничего я не вижу здесь крутого. Все остальное какое-то однотипное, и мне не нравится абсолютно. Как-то так. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого трека. Не забывайте про Telegram, Twitch и Boosty, все ссылочки в описании. А с вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.